Начнем со стиральной машины. Какое счастье не стирать руками, а просто бросить в нее вещи, запустить стирку и заниматься своими делами. Но вы когда-нибудь заглядывали под резиновый уплотнитель на барабане стиральной машины? Сделайте это прямо сейчас. Из-за постоянной влажности там легко размножается плесень. И когда дверца машинки открыта, то споры этой плесени легко попадают в воздух, которым вы дышите. Чем это может быть опасно?